Всем привет, ребята, с вами Скорпион, сегодня я это иду на экскурсию, короче. Ну-ка, я иду на экскурсию, стеклодуло там. Ну, вот, я в подъезде на своем, да. Короче, капец какой-то. И вот, мне надо немного подпишить. Я вам рассказала, пришел к воротам, когда я вообще ключи взял. Да. Я там еще леденцы взял, а то пить захочется. Ну, я их буду рассасывать, чтобы восстание крутилось. Подождите. Так. Короче, это займет немного времени, так что... Так, короче, я уже рядом со школой, так что... Там будет полный расколбас какой-то. Ну, я так думаю. У меня всегда так. Всем пока.